Социальных бизнесменов обучат бережливому производству. Окружной фонд поддержки предпринимательства готовит очередной, уже шестой по счету, курс для югорчан. Он продлится 4 месяца, а по его итогам каждый из участников подготовит полноценный проект. Добавлю, что в этот раз, помимо привычного бизнес-планирования и маркетинга, предпринимателям расскажут о бережливых технологиях. Чтобы стать слушателем школы, необходимо заполнить анкету на сайте фонда. Обучение начнется в марте будущего года.